Подведены итоги конкурса на лучший эскиз эмблемы года литературы и года Константина Иванова. Жюри приняло решение не определять победителя. Вне конкурса прошла работа Андрея Полякова. С художником, чей эскиз стал эмблемой года, пообщалась наша съемочная группа. Андрей Поляков участвует во многих конкурсах. В его портфолио различные работы, которые он создавал по заказам организаций. Это и буклеты, и логотипы. Приходилось даже придумывать целые фирменные стили. Решение попробовать создать эмблему года Андрей принял, увлекшись творчеством Константина Иванова. Что касается самой формы вот этого вот знака, то тут больше отталкивались, во-первых, от логотипа года литературы, который общероссийский, и уже отталкивались от изображения, от портрета Константина Иванова, который нарисовал Эли Юрьев. Простота, лаконичность, сдержанность стиля – так можно коротко охарактеризовать работу Андрея. Он – сотрудник Национального музея и с равным удовольствием оформляет как и выставки, так и буклеты и афиши. Для нас, конечно, очень такое замечательное приобретение, то, что Андрей начал работать у нас в музее, потому что художник, дизайнер, который делает музейную экспозицию, это особый художник. У Андрея получается очень хорошо все сочетать. Он очень внимательно вникает в содержание выставки и потом уже предлагает, каким образом вот ту концепцию, которая придумана авторами выставки, ее воплотить уже визуально. Так что нас еще ждут встречи с дизайнером и неожиданное открытие. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.